Так, ребятки, всем привет. Вот такая вот штучка. Короче, цветок в чае типа должен раскрыться. Бросаем его сюда. Так. Сюда, говорю, в чашку. Заливаем кипятком. Блин. Так. Заливаем. Накрыть, наверное, чем-то. Накроем. Сейчас накроем крышечкой. Короче, он должен вот такой быть. Раскрыться цветком внизу, короче, и это получается чай. А он потом потонет, наверное, что-то он там шевелится. Ага, идет реакция, наверное. Раскрывается. Заболел, блин. Это простуда, капец. Шевелится как живая. Опускается вниз. И в конце должен раскрыться. Сейчас он опустится и раскроется. Ну, может, даже красные лепестки выпрыгивают. Да, красиво. Превращение. О, вот и опускается он вниз теперь. Смотрите, как раскрывается красиво. Теперь можно опустить, наверное, или ой, открыть крышку или нет. Не знаю, не буду открывать крышку. Давление не поменялось. Может, еще и всплывет. Нам нужно, чтобы он упал вниз. Все.
ложечкой туда опустить. На дно. А, ну да, вот, все. Ну, вот такой вот чай. Цветочный чай. С цветком, который опускается на дно. Ну и раскрывается в процессе. Вот. И беленькая тоже есть. Как на этикетке. Так что получилось. Прикольно. Вот такой вот чай. Да, такой нормальный чай, красивый. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.